экраны создателя. Пора оканчивать рассуждение. Единение в духе готовит решение. Вам надо обосновать движение. Нет обратного уже направления. Каждый посыл — это ваша команда. Вы формируете теперь решение. Ваше мнение, как кувалда. Планета не обсуждает ваше решение. Каждая мысль — это ваше желание. Нет других предложений. Вы оказываете на мир влияние. Исторически начались изменения. Так незаметно вы взяли власть. Великая Троица в действии. Внутри людей загорелась страсть. Бог оказывает вам содействие. Процесс управления в действии. От этого управления не уйти. Важно, что небо оказывает содействие. Вам с такого пути не сойти. Вы меняете мир, не обращая внимания. Такого не было никогда в истории. Это естественное Бога желание. Вы творите мир другой категории. Все необычно и все по-новому. Влияние людей на мир заметно. Никогда так не было здорово. Мир меняется без отметины. Мир теперь повинуется вам. Он должен изменить горизонты. Люди пока не понимают, что будет там. От преград Бог откроет свои зонты. Главное впереди — нейтральность. Люди ждут духовного очищения. Шестая эпоха — это равенство, актуальность. Важно, что в духе началось движение. Матрица сложена. Началось движение. Собирается исторический пазл. Люди сами теперь к Богу движения. Это нового мира фаза. Люди из рабов перешли в боги. Планета услышала богов пожелания. Это есть долгожданные всеми итоги. Точнее сказать, богов желания. Никто не ожидал, что так получится. Люди были всегда ведомы. Люди с Богом ожидали, что все случится. Люди теперь, как у себя дома. Уникально. Управление в руках богов. Размеры Вселенной будут увеличены. Нет, как обычно, никаких оков. Другие результаты получены. Русь смогла доказать первенство. Мир равняется теперь на Россию. Начало первенства подтвердило веру и полученную от неба миссию. Три действия сложились воедино. Знание Бога и управление. Нужен был и пророк помимо, для скорректированного движения. Готова матрица и готова Вселенная. Это основание для расширения мира. Нет у богов никаких волнений. Можно смело вступать в новый мир. Вы смогли доказать возможности. Вера — это осознанное начало начал. Для преображения нет сложности. Больше не коснется Руси печаль. Вы на границе больших изменений мира. Точнее, вы переходите в духовный мир. Важна для нового мира лишь в себя вера. Для людей — создатель, ориентир. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 3 сентября 2022 года. Катрен. Готова матрица и готова Вселенная. Все решено и окончательно. Шестая эпоха — это новый мир. Изменился этот мир значительно. Теперь создатель — ориентир. События войны уходят в прошлое. Сценарий событий будет другой. Теперь мир богов стал возможен. Уровень сознания людей не такой. Вы приняли на себя управление. Власть теперь есть просто люди. Русью управляемое движение. Сегодня в чудо превратилась прелюдия. Создатель.